Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я сейчас буду делать очередной новогодний дизайн. Выкладываю фольгу. Стараюсь выбирать покрупнее кусочки. Их очень мало, потому что мне прислали какую-то труху. Но я все равно постараюсь выбрать. Выкладываю фольгу чуть ниже половины верхней формы. Стараюсь оставить все-таки прозрачные места. Проверяем, смотрим, чтобы было с обратной стороны красиво. Ну вот так, я думаю, достаточно. Посушим. И давайте снимать из верхних форм наши заготовочки. Уже красиво можно так оставить, девочки. Главное, чтобы блестело. Давайте посмотрим на 4 ноготочка. И сейчас пропилю и будем продолжать новогодний челлендж. Покрываю чуть выше половины ногти зеленым гелем. Это гель, опять, которым я уже как-то работала. Такой красивый, темный цвет, мне очень нравится. Недавно, кстати, думала, выкинуть эти гели или не выкинуть, потому что им уже очень много лет. Им, наверное, уже лет 8. И они идеальны. Они не расслоились. Они сохнут, все с ними хорошо. Хорошо, что я не выкинула, потому что такого изумрудного цвета у меня нету, только гель вот этот. Покрываю мизинчик. И теперь будем это все растушевывать. Слишком низко не спускаюсь, чтобы золото и прозрачный кончик у нас все-таки немножечко добыл. Стараюсь сделать плавный переход, чтобы было красиво, аккуратно, одинаковые, чтобы были ноготочки по плотности. Добавила второй слой. Подкажусь поближе к коже. И будем опять растушевывать, но уже спускаться ниже мы не будем. Вот как нанесла вот эту горизонтальную разницу, я буду растушевывать, чтобы яркость осталась. Только вот тут буду топтаться. Покрываем топом. Высушили и теперь клеим. Такие красивые наклеечки. Кстати, девочки, у кого есть такие наклеечки, вот у меня они из-за того, что лежали не в альбоме, как-то немножко стерли сверху. Обидненько, девочки, потому что они такие красивые, просто шикарные. Ну, теперь у меня есть альбомы,
И, конечно же, я их буду беречь. Здесь какая-то косячная попалась. Какой-то там белый наплыв. Надо убрать и заменить на красивую. Вот такие красивые у нас снежиночки. Добавлю немножечко блесток золотых, прям очень-очень мало. Как будто бы снежок идет, потому что без них как-то пусто. И покрываю все это топом. Девочки, вот смотришь на эти ногти, думаешь, что за фигню она сделала, да? Ну ничего, сейчас увидите, как это красиво. Эта фигня кажется только из-за того, что у меня огроменная лампа над столом. Мне муж сделал. Она необычная, там нет лампочки. Там много-много лампок. Поэтому так кажется. Вот посмотрите, как это в реальной жизни будет смотреться. Очень красиво, дорого, богато. И мне очень нравится, я довольна. А тебе напиши свое мнение. Как тебе такой дизайн? Сорочий. Все, как я люблю. Вот такая красота у нас получилась, девочки. Спасибо большое за просмотр. Подписывайся, ставь лайк, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Впереди нас ждет еще много интересных дизайнов. Всем пока-пока!